Переболеть не страшно человеку. Страшнее от него лекарства не найти. Не спать всю ночь, ложиться лишь с рассветом, звонить тому, кто вечно не в сети. Страшнее ждать того, кому не нужен. Любовь и в силу в отношения вложить и выяснить, что кто-то равнодушен и вас не сможет так же полюбить. Страшнее тратить время понапрасну, сходить с ума от недостатка встреч, лечить незаживающую рану и прятаться от всех на дно залечь. Переболеть не страшно человеком, страшнее ему душу всю отдать. Тогда родного постречая где-то, не сможете почувствовать, узнать.